Рече Господь своим ученикам: ныне прославися Сын Человеческий, и Бог прославися о Нем. Аще Бог прославися о Нем, и Бог прославит Его в себе, и Абие прославит Его. Чада, еще с вами мало есть, взыщите меня, яко же рех иудеям, яко амо же аз иду, вы не можете прийти, и вам глаголю ныне. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, яко же возлюбил вас, да и вы любите себе. А сем разумеют все, яко мои ученицы есте, аще любовь имати между собою. Удивляй небо облаки, за ушение прият, и живо Иордане свободи. Утри день, и же есть по пятце, собравшися архиереи и фарисеи к Пилату глаголюще: Господи, поминухам, яко льстец он речеище, сы жив по триех днях восстану, повели убо утвердите гроб до третьего дня, да никак, а пришедшие ученицы его ночью украдут его и рекут людям, восстав от мертвых, и будет последняя лесть, горше первая. Рече же им Пилат: имати кустодию дите, и утвердите, яко же весте. Они же шедше, утвердиша гроб, знаменно ваше камень с кустодиею.